Его аккаунт также заблокирован из-за недопустимого контента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google, подчеркнув, что стрим не велся на YouTube. «Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили ее записи у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube», — сказали в компании. Утром 2 декабря 30-летний блогер Станислав Решетников провел прямой эфир, в ходе которого обнаружил свою подругу мертвой на балконе в арендованном загородном доме в Подмосковье. В крови девушки нашли наркотики и алкоголь. Сообщалось, что Решетников сам выставил ее наружу, девушка умерла от переохлаждения. Сегодня блогера арестовали на 2 месяца, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.